Продолжение темы. В спорткомплексе «Лидер» на прошлой неделе прошло открытое первенство Славянского района по настольному теннису для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования были приурочены к празднованию Дня работника прокуратуры. В День работника прокуратуры в спортивном комплексе «Лидер» собрались сильные духом люди. Те, кто, несмотря на невзгоды, продолжает жить дальше и радоваться каждому дню. В турнире по настольному теннису приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья из города Краснодар, Крымского, Красноармейского, Славянского районов. Поприветствовали участников соревнований заместитель прокурора Славянской межрайонной прокуратуры Денис Жуков, председатель районного совета Григорий Литовко. Я хотел бы выразить огромное слово благодарности нашим сотрудникам прокуратуры, которые курируют это. Все, кто принимает участие в проведении таких мероприятий. Хочу пожелать вам, прежде всего, крепкого здоровья, силы, бодрости, духа. Спортивное мероприятие было организовано Славянской межрайонной прокуратурой совместно с Управлением по физической культуре и спорту. Цель этого спортивного мероприятия, несомненно, связана с тем, чтобы адаптировать как можно к нормальной жизни ближе людей с ограниченными возможностями. Вы знаете, что наши паралимпийцы заняли высокие места. И цель этих мероприятий – поверить, чтобы люди и инвалиды могли поверить в себя. И ведь им нужно общение, им нужна наша помощь, наша поддержка. Арсентий Шлындров из Краснодара играет в настольный теннис уже 5 лет. За это время ему удалось добиться значимых результатов и стать чемпионом России в этом виде спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Арсентий попал в автомобильную аварию, после которой правая рука спортсмена не функционирует. Но это не мешает ему и дальше заниматься любимым делом. До автокатастрофы я играл правой рукой за университет. Но потом разбился и через год решил просто попробовать. И оттуда пошел и стал тренироваться. Еще одна участница турнира – Юлия Алексеева из Красноармейского района. Настольный теннис для нее просто хобби, признается спортсменка. А вообще Юлия профессионально занимается стрельбой из лука. В прошлом году она стала чемпионкой мира по этому виду спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Теннис – это одно из сопутствующих тренировок в стрельбе из лука. Нет, ну мне сам по себе он нравится, ну просто вот я на нем отдыхаю. Как бы разрядка тоже нужна, не все время стрельбой заниматься. Мы все время приезжаем, мы как бы соседи, поддержать соседей – это раз. Во-вторых, мы все здесь все друг друга знаем, это лишнее общение. Лишний раз увидеть друг друга, поговорить там, поэтому. Ну и опять-таки соревнования всегда дают свою пользу, всегда умению, терпению учат. Воспитанники отделения адаптивной физической культуры детско-юношеской спортивной школы «Изумруд» Славянского района выступили достойно. Первое место заняла Елена Татаркина, второе – Наталья Павлюкова, третье – Сергей Юрчила и Надежда Головко. Победителям были вручены почетные грамоты и другие награды от Славянской межрайонной прокуратуры. Тина Копачевская, Игорь Иванчуков, программа «События».